Всем привет! Я вас приветствую на своем канале Антонио под шубой. Сегодня у нас будут пельмени. И не просто пельмени, а жареные пельмени. Ох, как я их пожарю. Давайте не будем тратить время и приступим к готовке. Поехали! Итак, для приготовления нашего блюда нам потребуется пельмени, которые вы выберете сами, которые вам больше всего нравятся. И для соуса нам понадобится сметана, томатная паста и томаты. Ну а сверху посыпем все немножко сыром. Давайте начнем с приготовления пельменей. Для этого включаем газ, наливаем в сковородку маслица и высыпаем нужное количество пельменей. Наша задача, чтобы пельмени все легли ровно и чтобы впоследствии они все были обжарены. За то время, пока мы их обжариваем, и появляется вот эта золотистая корочка, естественно, пельмени не приготовятся. Наша задача только их обжарить. Доготавливаться они у нас будут в духовке. Прошло примерно у нас 2-2,5 минутки. Пельмени обжарились. Мы отправляем их в какую-нибудь форму. Также полностью распределяем по дну. И приступаем к приготовлению соуса. Соус делается элементарно. Добавляем еще немножко масла на сковородку. И отправляем туда томатную пасту. Делаем сразу потише газ. Нормально. И пока наша томатная паста прогревается, мы нарежем томаты. Нарезаем мы их, ну, так как у меня черри, давайте где-нибудь на 8 частей, на 8 маленьких кубиков. Потому что пельмешки у нас небольшие, следовательно, томаты нам будут тоже небольшие нужны. И следим за пастой, чтобы она у нас не подгорела. Газ у нас минимальный. Когда мы нарезали помидоры, добавляем их в томатную пасту. Сразу же добавим немножечко воды, чтобы томатная паста у нас подразошлась. Можно даже газ чуть-чуть посильнее включить. Добавим туда немного сушеного чеснока, можно и свежего. И также поперчим. Если соус получается очень густым, то можно добавить еще немножко водички. Подогрев примерно полминутки томатную пасту с томатами, выключаем газ и переливаем соус тарелочку. Далее добавляем в наш соус сметану. Важно, когда вы ее добавите, сразу же начать смешивать
соус, чтобы сметана не начала отслаиваться. Получаем нежнейший по цвету соус и заливаем его в наши пельмени, распределив все томаты равномерно, так же как и соус. Далее посыпаем наши пельмени сыром и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 5 минут просто постоять и на 5-7 минут еще в режиме гриля, чтобы сыр у нас подзолотился. Итак, наше блюдо готово. Вкусно, быстро и красиво, самое главное. Запомните, готовьте всегда с душой. Если вы готовите с душой, то все ваши блюда будут получаться. Ну а с вами был Антонио под шубой. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, нажимайте на подписаться и не забывайте нажимать на колокольчик. Ну и всего доброго, пока! Сегодня будут пельмени. И не просто пельмени, а жареные. И отжарю я их. Почему отжарю? Ну и обязательно готовьте с душой. Если вы готовите с душой, то все ваши блюда получаются. Вот такие, блядь. Готовьте с душой.